сделал эту рубку. Мир. Так. Добро. К предметному способу относится узелковая письменность. Угу. Подходите, пожалуйста, выбирайте семья, цвет и привязывайте сюда веревочку. Веревочку привязывать просто за один конец, чтобы они подлиннее концы оставались. Стой. Я знаю, еще режу. Да все, не знаю. Нет, так вы ему говорите, он будет делать за рубку. Пишите это же как слово. Символ. Семья. Ну так, компактненько. Ой, я ж слепая. Давайте, что, давай. Вон девчонки подпишут. Ну вот ты семью привязала? Привязала ее? Да. Теперь у него уже вон сколько. Что ты сделал? Так, следующее. Давайте. Так, вы называете? Здесь смотрите. Задача. Здесь следующий этап эволюции. Рисунок. Вот семья и как в виде рисунка смайлика какого-то, допустим, вы можете изобразить. Что у нас уже? Семья, добро, мир. Так, семья, добро, мир. Традиции. Традиции. Ну ты так. Так, кто у нас? А здесь, смотрите, это уже буква. Какой-то графический образ. Вот семья. Каким графическим образом вы обозначите? То есть, что вы сейчас делаете? Вы создаете сейчас свой язык. Вообще пробуете. И понимаете, как языки создавались вообще. Так? Ну, что уважение друг другу. Давайте вот, чтобы влезло. Вот там уже зарубок, смотрите, сколько. Раз, два, три, четыре, пять. А здесь всего три слова. Где три, пять? А через запятую? А, ну все, ладно. Что у нас? Вяжется письменность майя, например, да, кипу. На одной нити могло быть до нескольких тысяч нитей со всякими узелками. И тем самым фиксировалась информация о всей деятельности в государстве. Кто сколько заработал, собрал урожая, сколько он должен налогов заплатить, значит, собранного урожая. Представляете, тогда компьютеров не было, как сейчас, и цифровых технологий, а требовалось это все о деятельности фиксировать каким-то образом. Ну и вот у нас в настоящий момент фиксируется информация с помощью нитей и узелков. Зарубается на вашем носу, пишется словом, обозначается рисунком и символ. И получается, что на зарубках, на узелках, на рисунках, на символах, которые вы придумали, свои буквы, это одна и та же информация. Да? И вы создатели этой информации, изобретатели своего языка и тех ценностей, которые вас объединяют. Вы же соглашаетесь, да? Что вот семья на первом месте, прочее, прочее, да? Ну что там еще у нас? Здоровье еще. Здоровье. Пока не новые. Ну вот, спрашивай, смотри.